сегодня. Это не просто дата. Сегодня это начало. Это начало и конец. Конец долгого пути к обретению счастья. Начало бесконечной дороги радости и любви. Я. Оно было серым и тусклым. Пока другое я со слепляющим блеском в глазах не сказала «да». Ты мне нужен. Ты тот, который сможет изменить привычный ход вещей и определить всю мою судьбу. Сегодня. Сегодня очень замечательный день. Сегодня 7 мая, это свадьба двух замечательных людей, Ахмедбея и Рашата Ханым. Я вам желаю долгой, счастливой семейной жизни. Желаю побольше детишек вам, успехов, карьерного роста, чтобы все было у вас отлично на все 100. Блеском глаз, трепетанием фаты, нежными словами, поцелуями вы создали великое волшебное творение под названием «Мы». Мы – семья. Еще непривычно, но уверенно вы делаете первые шаги по той длинной дороге, на которую привела вас любовь. Рашата, Ахмед, я вас поздравляю. Желаю вам счастья, удачи. Дай Бог, чтобы у вас на следующем году было минимум двое детей. Близняшки были. Мальчики были еще. Чтобы, иншаллах, что дай Бог, чтобы мы на вашем золотом свадьбе участвовали. Поздравляю вам от души. Еще желаю счастья и удачи. Поддержишь мне? Счастья, благополучия, света, тепла. Чтобы было только счастье в доме. Ну да, конечно, побольше детишек. Дай Бог вам. Остальное все будет. Ребята, в этот замечательный день хотелось бы пожелать вам самое главное – это счастье. Семейного счастья и благополучия в вашей жизни. Побольше детей, киндеров. А чтобы они вас радовали, любили, ну это как бы на будущее. А сейчас просто любите, будьте любимы друг другом. В каждом взгляде светится счастье. Бриллиантами горят слезы радости. Улыбками, одобрения и пожеланиями от самого сердца окружающих вас друзей наполнен этот день. Поздравляю! По свадьбе желаю, чтобы вы жили 120 лет, никогда не болели, были богатые. Чтобы по наследству, чтобы у вас было много детей. Я вас поздравляю со свадьбой, желаю, чтобы вы жили 120 лет, никогда не болели, чтобы у вас было много детей и чтобы вы были богатыми. Желаю вам счастья, здоровья, деток побольше, чтобы вы были миллионерами, и дети тоже, конечно, по наследственности. Также желаю, чтобы у вас был большой дом, вилла целая. Это сегодня, и это сказка, ваша сказка, сказка навсегда. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us?
Рашеда, сегодня очень важный день в твоей жизни, и ты, как истинная кавказская девушка, получала такое воспитание. Создавая семью, ты должна уважать мужа, должна быть верной ему до конца, до последнего дня жизни, должна уважать его родню, должна любить его детей, должна понимать его, когда ему плохо. Ахмед, тебе я желаю относиться к Рашаде так, как ты хотел бы, чтобы относились к твоей дочери и его мужу. How many times can we break the rules between us? Only